Ввиду того, что исполнительный комитет Гагаузии находится в отставке и допущенными рядом депутатов Народного собрания Гагаузии открытые оскорбления членов исполнительного комитета Гагаузии с применением ненормативной лексики, с уголовным уклоном, там, с базарами там, и со всеми этими вещами, я считаю, что это недопустимо по отношению к членам исполнительного комитета Гагаузии. И члены исполнительного комитета Гагаузии не заслужили такое отношение со стороны законодательного органа власти автономии. Я считаю, что во избежание дальнейшей дискредитации органа власти автономии я прошу вас проявить выдержку и не вступать ни в какую полемику с неадекватными личностями. Что бы вы ни говорили, как бы вы ни докладывали, какие бы вы аргументы ни приводили, они не будут услышаны, потому что их не хотят услышать. Поэтому не надо вступать с ними в полемику. Вы сами задумайтесь, в чем смысл доклада начальника управления Златова перед депутатским корпусом, где была продемонстрирована, какая работа была выполнена управлением, принята информация к сведению, а когда голосовать за начальника этого управления, не голосует. Вообще никакой логики в действиях нет.